опережая при этом своего набираться опыта. Саму Кастильеха на правом фланге, перед ним Диего Лаксальт упускает углу. Эрнандес. Еще один. Штрафную площадь. Ребич, скидка на Кастильеху. Удар. Может быть. Небольшой рикошет. Лицевой линии. Пас на Кастильеху. Кастильеху. Удар. Невозвращение Кристофера оживляет Браун. Чахал на углу сделать передачу назад. На левом фланге Райан Кристи. Важнейший мяч забил за сборную Шотландию. 1-1. Но что кризис. После атаки хозяев поля давайте к составам перейдем к обороне. Итак, счет становится 3-2. Начал с двух пропущенных. Состав Милана. Тонери, Италии, Йенс Петер Хеуге, Саму Кастилье. Разыграли футболисты Милана. Сальта. И Лаксальта в то. Последний. До очного противостояния с Глазго Рейнджерс обсуждаю. Вот Гордон Стракан в числе. Эхо. Уходит от подката от Сона Эдуара. Кастильеха. У Кастильеха есть несколько лишних. Находился он. Четыре мяча в первом тайме у Милана.